Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня на рынок приехали выходного дня. Он работает только пятницу, субботу, воскресенье. Здесь много еды и много одежды и всяких вещичек. Сегодня будет первая часть, где мы покажем шматье. Поэтому, если вам нужно прибарахлиться, пожалуйста, смотрите наш выпуск и выбирайте себе что-нибудь. Детенок расстроился, ничего не купили ему. Поехали! Пойдемте за мной! На рынок зашли мы с конца. Еще светло, людей не так уж много. Но попозже будет больше. Все стягиваются обычно к вечерочку. Вот такая вот сумочно-чемодановая точка. Louis Vuitton. Без цены, но знаю, что недорого. Сумочки мужские. Рубашки интересные для школьников и для молодых людей, которые никак не повзрослеют. Еще для поклонников сериалов. Сколько всего интересного. Рубахи для вас, парни. Футбольные футболочки. Как раз к чемпионату мира. Разглажен Мбаппе. Платьишки женские. Вечерние джинсовые с перьями и бархатные красные. Шортансы можете прикупить вообще без проблем. По 100 бат всего, то есть где-то 200 рублей. Девушка уже что-то себе приметила. Наверное, своему мужчинке кивает. А мы пойдем дальше. Вы не шутите? 80 бат за футболку. Какая красивая, со стразиками даже. Блицен, текилом, что-то написано на нерусском языке. Все перебирают руками, мацают. Обязательно стирайте, ребят, когда что-то купите. Сережка, бусовый отдел. Смотрите, сколько всего интересного. Музыка играет, веселит народ. Люди выбирают, примеряют. В основном одни азиаты. Красиво все блестит, сверкает. Зеленые мешки полны обуви. Купили где-то на вишняках, наверное, у нас. И продают. Человечек что-то оживленно объясняет своим друзьям. Девушка говорит, ну как вам идет? Красный ваш цвет. Прямо к лицу вашему загорелому. Трусы, говорит, на вашего подросточка. Маленький, конечно. А я человечек большой. 7-Eleven. Скрытая реклама. Это, говорит, тянутся. Но где же тут пространство? Кожа не будет дышать. L. Да, L. Нет, мне XL нужно. Женщина, удивляете. XL. Да. А мы тогда в Ильдите брали XL? Мы брали Ильичку вроде бы. Точно? Нет, не точно. Все, уговорили нас. 100 бат за таруханы. Red Bull. 7-Eleven, я уже снял. Трусишки их упаковывают в миленький морковный пакетик. Из клубнички. Из клубнички. Духовый отдел, говорит, не пшикайте на руки, пшикайте на себя, на шею. Говорит, дайте нам понюхать, пожалуйста, самый маленький бутылечек. Любые размеры, на любой кошелечек, любых цветов и брендов. Ищут пальцами духи, а покупать не собираются. Худи собачьи, для тех, кто любит доберманов. Подарите вашему молодому человеку собачью куфту. Еще один пес. С наступающим. Кошачья. А, собачья-кошачья куфта. Я-то думал, найди третьего лишнего. Вон он, самый громкий пес. Счастливого Нового года. Камуфляжные костюмчики, если вам нужно замаскироваться. Вылезайте в костюмчик на вешалочку, и никто вас не заметит. Телефоны, аксессуары, зарядочки, кабелечки, балачочки и розеточки. Штативчики и все. Так,
Здесь у нас топчики, юбочки. Женщина смотрит взглядом нас, прогоняет, говорит: снимай-ка ты у себя, дружок, в стороне. Чехол для вашей дамы сердца. Смотрите, какие тематические футболочки с флагами, с тайскими всякими штучками. Как красиво, с тигером крадущимся. Вот эта рубаха мне очень нравится. Смотрите, с рыбами. Смотрите, колечки, браслетики, цепочки, еще браслетики. Все красиво переливается. Вот наш любимый отдел, как вы могли догадаться. Браслеты. Original Stone, то есть оригинальные камни, говорит владелец. Смотрите, сколько всего красиво и интересно. Камешки какие блестящие, оригинальные. Камешки побольше. И натуральные. И натуральные, не гормональные. Монетки. Одну кто-то уже купил. Мы, кстати, тоже прикупили маятники для всяких штучек эзотерических. Буси. Целый набор. Посмотрите, какая красота. Кто это? Аммониты. Аммониты. И аметисты. Кварц. Как будто чья-то семья. С интересными именами. И колечки. Колечки. А браслет... А, это не браслет, это буси, да? Буси. А бусь сколько? Перейдите на буси, пожалуйста, оператор. Бусы. Просто килограммами. Если хотите открывать бизнес одежный в Таиланде, вот на чем стоит зарабатывать. Теплые вещи, ребят. Удачи. Специально для ваших детяток, смотрите. Merry Christmas. Наборчики веселые. Считай, карнавальные. Выбор большой. Очень. Штаны горчичные. Красивые штаны. Зелененькие. Юбочки. Деловые. Ушки новогодние. И снова буси. Ну, мы здесь задержимся, наверное. Вы бусы показываете? Нет, продаем. Смотрите, какие шорты красивые. Чем мне нравится здесь? Так много всего оригинального, ребят. Нигде такое не найдете. Можно даже купить половину футболки, если забыли с собой денежки. Можете целую купить. Кроссовки белые. Почему-то подкрашенные. И кедики шахматную доску разукрашенные. Женские деловые костюмочки, сорочки, пиджачочки. Вот. Идеально для любого собеседования. Джинсы квадраты, расправляют их. Может, кто-нибудь и возьмет. Дай мне денег, кто-то уже просит. Для детяток, смотрите, какие милые вещички. Утепленные, на всякий случай даже. С капюшончиками. Берегите просто ваших деток и покупайте мне красивые наряды. Шорты короткие, женские, по 150 бат. Просто и красиво. Ай, лампочка в лицо светит. Футболки красивые, с Симпсонами. Отчёчная, все по 69. Какие красивые ночнушечки. И, пожалуйста, детские с утятами, медвежатами, динозаврятами. Стеклянно-бокальный отдел, кружечная, красиво под любые напиточки. Внимание, тапочная, по 80, по 120, по 200 бат. Очень дешево, очень доступно. Красиво, выбор большой. Вот цена. И вот сумочная апоськовая. Вывешивают, раскладывают.
все по фэншую. А чучка уже по 100 бат. Как красиво все. Круглые, квадратные, на любую голову. В зеркало смотри, выбирай и плати. Косыночки под любую голову. Выбирайте, в корзиночку накладывайте и оплачивайте. И дальше гуляйте. Ой. Топы красивые. Все меряют, все довольны. Кошелечки по 100 бат всего, портмоне тоже, говорят, из кожи. Пса покажите, пожалуйста, пса. Еще одна шлепочная. Брючная. Сумочная. Прошли торги. Говорит, возьмите лучше темную к вашему цвету волос. Подруга одобряет. Дайте вам денег. Только больше нам ничего не давайте. Кепочку можете купить. С надписью Таиланд. Чтобы все знали, где вы отдыхали. Большой островочек аксессуаров для мобильных телефонов. Найдется все. Здесь вместо продавца можно стать вот такую голову. И будет она вам людей приманивать. Видите, как много человек. Мы всего лишь минут 15 здесь гуляем. А смотрите, сколько уже людей. Уже нужно занимать очередь, чтобы пройти. Некоторые уже одевают детей в школу после, потому что каникул и салатиков повырастают все. Смотрите, бутыльковая какая. Ароматы как пахнут. Человек тусует что-то, показывает фокусы. Достал, говорит, это был ваш пузырек. А ну-ка понюхайте и скажите. Что-то ничем не пахнет. Поздравляю вас, вирус. У нас в России популярны магазины на диване. Здесь, пожалуйста, магазин на полу. Переходишь, кроссовки выбираешь, меряешь и довольный уходишь. Никак не залазит. Оригинальный, потому что. Наконец-то постельное белье нашли. А то все одни футболки да маечки. А ну-ка, это еще с кем? Из козлят, из козлиной шерсти. Ремни с бляхами. Всех мастей и цветов. По 100 бат всего, ребят. Да это практически бесплатно. А вот там на маленькое пузико можно даже за 50 найти. Мужчина выбирает. Сейчас все поразворачивать. Ничего не возьмет. Сумочки какие красивые. С ромашкой. Ну, серьезно. Плетеная ромашка. Красивая. Лепесточка не хватает. Кто-то уже натрогался. Бусовая ручка, ну вы чего, ожерелье как будто бы навесили. Каспер, думаю, куда же ты пропал? А он, пожалуйста, уже где-то далеко от нас. Но во фронт работает человек. Там продают шорты, а здесь маечки, рубашечки. И тут просто рядом с рынком затесались ряды кроссовок. Неимоверно их число. Машинами подвозят. Не проезжайте, купите хоть что-нибудь. Затонированные. Не услышали нас. Если вы пришли на рынок с какими-то плохими намерениями, ничего у вас не выйдет. Все под охраной. Охранник, правда, прикипел. А нет. Чует, что про него говорят. Рынок такой большой, что на нем даже есть свои регулировщики.
пропускает потоки машин и потоки людей, регулирует. Палка засияла. Также можно тут на углу купить десертки. Смотрите, в виде сыра. Выпечка всякая разная. Сосисочки, есть и кейки. Кто-то подсказывает. Чиз. Уже что-то присмотрели. Ребят, не поверите, что здесь есть. Линзы даже. Мир игрушек целый. Какой выбор. Да кто там пищит? А, это ты? Пикачу. Наконец-то они примирились. Горилла и динозавр. Ну-ка, даже без анимешных всяких штучек. Мыло. Косметические всякие наборы. Целые сумки. Еще не успели разложить, а уже скупают все подряд. Вот такой мне нравится. Шортики с утятами. Половину фотоуболочки можете купить под ваше настроение для заядлых интровертов. No party, just Netflix, holiday vibes. Нет вечеринок, ну, ручками закрыли все. Перья на веревочке, как будто бы ловцы сынов. Почему ко мне никто не подходит? Ребята, что за дискриминация по виду? Всегда мне нравится этот отдел. Всегда прохожу мимо. Ага, только для породных собак. А ты, дружок, хвостом не вышел. Крючочком. Всегда мне нравится этот отдел. Тем, что что-то уже... Ага, что-то стяпал уже. Что-то... Так, так. Всегда мне нравится этот отдел. А потом смотрю, что это всякие побрякушки для домашних животных. Похоже на чупа-чупс что-то. А оказывается, можно завлечь не только домашних животных. Люди ходят, все дрыгают, берут. Рэперские футболки для настоящих разбойников. Что это такое? Контейнеры с мягкими игрушками. Беспроигрышный аттракцион. Деньги даешь и своими ручками набираешь. Копаешься, что хочешь, покупаешь. Вот это есть у вас? Конечно, есть. Держите, распишитесь. Тут же, далеко не отходя, тайские шорты для тайского бокса. Смотрите, какой удав. Больше меня ростом. Косметички всякие разные. Туши, подводки и прочее. До сих пор здесь многие ходят в масках, и вот, пожалуйста, вам предоставляют выбор. Свитерочки с длинным рукавочком. Как раз по сегодняшней погоде. Сегодня у нас прохладненько, но все равно хорошо, потому что мы в Таиланде. Трусишковый рай, смотрите, любые цены. 79, 59, 49, 45, 40 и там даже 30. Пожалуйста, если совсем вас... По 20 есть. А нет, по 20 там носки. Человечек что-то предлагает, видимо, бесплатно, а то, что бесплатно, нам можно себе позволить. О, хватит. Аромат классный, но на любителя. Женский унисекс. Коллекционеры, это витрина для вас. Машиночки. 3 за 100 бат всего лишь. Моделек очень много. Вся стена моделька. И мужчинка. И мужчинки заинтересованные. Ведь мужчина это всегда взрослый ребенок.
набор начинающего ниндзя. Настоящий сюрикен, ребят. Четырехзубцовый, трех и пяти. Но ничего себе, тяжеленький. Много всего интересного. Ножички. Ох, какой капцет. Только вы его не так одевайте, женщина. Вот так вот. Я по телевизору видел в кино. Ножи, биты. Для тех, кто увлекается бейсболом. Для тех, кто фехтованием увлекается. Вот, пожалуйста, витрина с дайсонами. Фены красивые. Машинки мужские. Палаточка фан-группы корейской. Вот это вот, предположительно, группы. Смотрите, ребят, DVD-диски. Я думал, никогда их уже не увижу. Хотелось бы очень все купить, ну, хотя бы что-нибудь. Но язычок проблемы. Барьер английского и тайского не позволит нам сейчас это сделать. Но в дальнейшем мы вернемся и купим что-нибудь. А мужчине везет. Он что-то знает и что-то покупает. Денежки переводит. И вечером с рыбонькой навернет. Какой-нибудь фильм посмотрит. Вот, смотрите, милости приятные. Вентиляторы. Подставочки для телефона. 80 бат. Зеркальце даже. 100, 150. Если вдруг вы забыли, сколько времени, можете здесь купить часы или хотя бы посмотреть, сколько время. Ну, 100 бат, но каждый себе может позволить часики. Ну что ж, друзья, выпуск наш подошел к концу. Отсняли вам, показали самое интересное, что здесь есть из вещей на рыночке. Что-то себе прикупили, что-то еще предстоит прикупить. Пойдем и покушаем. А в следующей части смотрите, что здесь можно покушать. Всех с наступающим, всем хорошего настроения и веселья. До свидания.